Первый номер рейтинга легковесов UFC Хабиб Нурмагомедов продолжает раскручивать предстоящий поединок с Тони Фергюсоном и потенциальное противостояние с действующим чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором. Конор должен беспокоиться о том, что, уничтожив Тони Фергюсона, я приду за ним и уничтожу его. После этого люди начнут забывать его, пока что все о нем говорят, но это нормально, я не переживаю по этому поводу. Флойд Мейвезер является одним из величайших боксеров, а я являюсь Флойдом Мейвезером в ММА. Мой рекорд 24-0, скоро будет 26-0, 10-0 в UFC. Я буду неоспоримым и непобежденным чемпионом UFC в легком весе. Я хочу стать величайшим легковесом всех времен, вот что мне нужно, заявил Хабиб Нурмагомедов. Напомню, друзья, что поединок за временный чемпионский титул UFC в легком весе между Хабибом и Тони состоится 4 марта на турнире UFC 209. Сегодня представители UFC официально анонсировали титульный матч-реванш в полутяжелом весе между действующим чемпионом UFC Даниэлем Кормье и претендентом на его пояс Энтони Джонсоном, который станет главным событием турнира UFC 210. Первая встреча полутяжеловесов состоялась в мае 2015 года на UFC 187. Даниэль Кормье заменил выбывшего Джона Джонса и завоевал вакантный чемпионский пояс, финишировав Энтони Джонсона удушением сзади в третьем раунде. После этого Кормье успешно защитил титул в поединке против Александра Густавсона, а также победил в нетитульном матче Андерсона Сильву. Напомню, друзья, что матч-реванш полутяжеловесов должен был возглавить турнир UFC 206, который состоялся 10 декабря в Торонто. Однако за две недели до мероприятия Кормье получил травму, в результате чего поединок был отменен. А также напомню, друзья, что уже завтра утром полусредневес Дональд Серрони в рамках UFC on Fox 23 встретится в бою с Хорхе Масвидалом. Это были новости от iBoFight. Подписывайся на канал и не забудь нажать на кнопку уведомления, ведь новости для того, чтобы смотреть их первыми.